Дорогие друзья, добро пожаловать на экскурсию в подводный мир. В данный момент мы опускаемся на глубину 150 метров ниже уровня моря. Экскурсия начинается. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Афонтий Геннадьевич Дигнов III, но вы можете звать меня просто Афоня. Сегодня я буду вашим экскурсоводом. Афоня, а почему здесь все так? Как так? Ну, не так красиво, ярко и весело. Красиво, ярко и весело? Такого здесь не было уже полвека. Хотя я помню... Когда-то давным-давно здесь было великолепное поселение, одно из самых богатейших в округе. И все здесь жили в добре и радости. Повсюду росли водоросли и коралловые рифы. Да что же случилось? В один день на поселение нагрянуло бедствие. Тонны мусора были сброшены в океан. Вода стала грязной, из-за этого появилось много болезней. Так не могло продолжаться дальше, и жители покинули это место. Какой кошмар, какой ужас! Ежедневно люди продолжают сбрасывать мусор в океан, даже не задумываясь о последствиях. Мусор оседает на дно, образуя из перегноя яд, которым травятся морские обитатели. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Люди, не будьте равнодушными. Ведь океан вас любит, и вы любите его.